Эй, здрасте, здрасте. Мои маленькие любители инди-игр. Привет, Варк. Сегодня мне внезапно прислали DLC для Streets of Rage. В нее мы сегодня и поиграем. Как говорится, раз такие дела. Раз такие дела. Так, приветик всем, кто смотрит. Я не получил, я сегодня не работаю. А, о. Бедно сработало. Сегодня спина болит, пиздец, как сильно. О, не знаю, надолго меня хватит или нет, посмотрим. Что-то спина опять прихватила. Она своей жизнью живет без видимых причин. Время от времени начинает болеть. Непонятно почему. Так, нам по идее прислали ключ для DLC. Очень надеюсь, что оно действительно работает. Хотя игра у меня не куплена, сама игра. Она в геймпассе, но DLC вот мне ключ прислали. Но будем надеяться, что... Кстати, а где мне брать? А, выживание, наверное, DLC. А. Который можно применять в любом режиме игры. Завершая уровни, вы будете получать наборы иллюстраций, набор оружия для режима подготовки. Ага. Интересно, смотрите, а мы можем играть в историю? А, да, смотрите, новые персонажи разлочены. За Шиву можно пройти игру. Май, ничего себе. Еще один явно закрытый. А, ну это самый наш товарищ. Странно, он у меня, кстати, был вроде бы открыт. Но я, видимо, не допрошел уровень, в котором нужно было его открыть. Да, четвертый этап, наверное, надо пройти, или пятый открыть. Давайте сначала пройдем. Откроем товарища еще одно, чтобы у нас все были персонажи, кто как-то неправильно это.
Вот собака. Ну, сука, ну что ж ты делаешь-то? Ну ты же видишь, что я занят. Что ты делаешь? Собака. Так, звук у меня громковато. У вас нормально, у меня громко. Вот зараза. Ой, меня еще и скинули. Ой, блин. Надо было сразу так сделать, все. Туплю. Паразиты, а? Собаки, а? Вот это да. Товарищи, а можно мне, пожалуйста, если вас не затруднит, еду мне, блять, успеть. Не успел. Собака. Блин, ну жизнь я, конечно, потерял нелепо. Блин. Надо как-то вот. Не знаю, я не понимаю, как его убивать. Вот я как никогда не понимал, как убивать этих товарищей, так и не понимаю. Пойдемте в прошлый этап. Пойдем. Подальше. Нихуя себе. Жизнь тут отнять не могут. То есть ничего страшного не будет, если мы потеряем хипе. Вот зараза. Вот сука. Кстати, никогда не понимал, как его правильно убивать. Никогда не понимал.
Доигрались. Не смогли пройти. Я специально именно за нее хочу допройти сначала уровень, так сказать, разогреться, а потом будем сравнивать вместе уже, сравнивать с ней Шиву и так далее. Блин, какие-то ачивки дают, нихрена себе. Блин, я вообще-то хотел назад его кинуть. Ну да ладно. Красиво. Она. Мы посмотрим, что за режим выживания, конечно же. Как же без этого? Ох ты, ничего себе. Мы подождем, конечно, пока на... Так, нельзя, короче, так сделать, к сожалению. Нельзя застагерить и потом подойти и взять. Да, нельзя, не успевает она. Вот так. Ну, если только очень аккуратно делать. Сейчас будем вспоминать, какую кнопку у нас ульта, по-моему, на правый триггер. Не изменяю свои тактики. У меня изначально была тактика, я ее придерживался. Тебе твоя подмога не поможет, подруга дней моих, ебать. Вот так, ах, ничего делаю. Йогурты, йогурты, комбо-бомбо крутит. Ладно, давайте утонем уже. Ты что-то на меня заебал. Нихера себе. Вот собака. Домой. Всем привет, кто подходит, не стесняйтесь присоединяйтесь к нам, если живые люди есть. Сейчас нам разлочат Адама, по-моему, его зовут. Вот. Будем с вами смотреть. Все, нам разлочили Адама. Можно выходить. Так, ну что? У нас есть теперь все персонажи. Давайте посмотрим Эстель. Кстати, по идее, где-то здесь. Вот здесь где-то. По идее, про них информация должна быть. А, хрена лысого. Хрена лысого про них информация будет. Ну ладно. Ну давайте смотреть выживание за Эстель. Разминку. Так, бегать оно не умеет. Подождите, а что сейчас было? Почему она... А, все, понял.
Ясно. Ясно. Дружище, в начале каждого уровня у вас появится случайный союзник. Ваши спецприемы расходят меньше здоровья, но вы не можете восстановить всю атаку врагов. Не-не-не-не-не. И парагалик у нас тут получается, да? А где наш, собственно... А, вот союзник, да, действительно союзник. Так, вот, значит, помним важный момент. Здесь стрелы. Ну, а достаточно удобно, кстати. На нахуй. Так. В игре появляется наносящий большой урон алебарда. Добивая эффект огня и заряженной атаки. Эффект огня и заряженной атаки. Выдерживайте X. Последняя атака базового комбо. Падая на землю, враги создают вокруг себя горячую зону, не снимают другие стихийные эффекты. Ну хорошо, давайте вот это. Смотрите, она вообще назад кидать не может, что ли? Я что-то не понимаю. Не, она походу вообще назад кидать не умеет, реально. Подожди, чел. А, это может. Ну, главное, что мы от этого огня не получаем. На нахуй. Так, колесо глиняное, вы наносите больше урона. Ну и получаете больше урон, пиздец. Наносимый урон, получаемый урон. Скорость ходьбы. Но не можете прыгать. Ладно, хорошо. Нормально. Так, ну очки даю за это, значит, нормально. Прикольно. Ну, я прибавку скорости ходьбы не увидел, на самом деле, ну ладно. Ого. На нахуй. На нахуй. Недолго музыка играла, ладно. Ну пока чистенько идем. У нас лут дохренища. А, ничего не дали, только звездочки, понял. А, ну тут у нас все одна жизнь, все правильно. Поэтому так легко пока что. Босс Черри.
Это герой игры. Один из игровых персонажей. Ой, чел. Вот собака, а? Ох ты, сучка, что делает? Далее? Еще пикап реквест от бяч на нахуй. Так, кровожадность. Атакуя врагов, восстанавливает здоровье пропорционально 8% нанесенного удара, но больше не лечите с помощью предметов. Добавляет эффект электризации к близ приему. Удар по врагу передает наносимый ему урон врагам вокруг, не снимает другие стихийные эффекты. Добавляет эффект токсичности к атаке оружием. Враги постоянно теряют здоровье, замедляются на 3 секунды, не снимают другие стихийные эффекты. Давайте вот это. Бля, у меня оружие закончилось. Все? Лоль. Так, в игре появляется наносящая больше урон труба. Добавляет эффект токсичности приема вперед. Надо постепенно терять здоровье, нанесет другие эффекты. Носящий больше урон труба, золотая труба, ну давайте. Очки на всякий случай будем собирать, это что-то как-то не кошерно. Ну давайте, золотая труба, хорошо. У нас еще токсичность, причем на ней будет еще отлично. Достаточно просто стоять. Ты что, охренел? А. Так, а это что такое? 40 получаемым очкам. Давайте 40 очкам, потому что у нас труба уже все равно есть. Собака. Да что ж ты, сука, делать-то будешь?
Ну, нормально. Могло быть получше. Сойдет. А, у нас еще ультов до херища. На ваш стихийный бонус применяется при звездном... Все ваши стихийные бонусы применяются при звездном приеме. Но при этом наносят меньше урона. Но у меня огонь и токсин. Меньше урона, зато все это самое. Ну, давайте. Периф. Сделаем периф. Сегодня плохо себя чувствую. Перифчики будут почаще. Чуть-чуть. Так, там вообще все было нормально? Да, нормально все видно, слышно? Отлично. Так. Я приду. Да, музыку могу, в принципе, оставить. Так, я тут. Ну да, удалил Геншин, народ тебе ни хрена не будет. Может как-нибудь варфреймчик еще постримим, я не знаю, по пятницу будет, можно будет как-нибудь в пятницу вечером варфрейм постримить. Раз такое. Полочь. Я спрыгнуть не могу. Опа. Побежден. Блин, ну тут прям очень легкая сложность.
При выполнении вами звездного приема выпускается несколько ракет. Давайте, ладно, еще дальше качать оружие. Еще больше элементального урона. У нас теперь и огонь, и токсин. Это кто так хуйнул сейчас? Знатно. Блин, оружия нету. Я прокачал для себя оружие. Оружия-то нет. Хреново. Так, добавляет эффект огня к сердцу приема, падая на землю, враги играющие зону, самодрагистичные эффекты. Относим его урона, дополнительный урон, пока активен счетчик комбо. А, не, нам такой не надо, спасибо. Да, без прыжков, конечно, немножечко пососно. Десятый уровень. Ебать мой хуй. Хе-хе-хе-хе, ёбушки, воробушки, ребята, вы попали. Nothing personal, но вы, ребята, попали. Попали вы, конечно, пиздец. А, вот все закончилось. Ага, закончилось. Алибарда, закрою я сюда алибардочку. На нахуй. Алибардочка, это ОП. Так, добавляет эффект электризации спецприемом. Так, передает действительно врагам, не снимает стихийные эффекты. Ваш союзник становится сильнее. Давайте союзника прокачаем немножечко. Next level союзник. О, первый Streets of Rage. Локация. Ух ты, ёбушки, воробушки, чел. Домой. Домой, блядь. Сука, они слишком быстрые. Из битэмапа сделали слэшер, блядь. О, меч. Блять, какой уебок там практикует нехорошие вещи. Вот сука. Да, это из первого или с какого там Streets of Rage, я не помню. Но из какого Streets of Rage. Домой, чмо. В игре появляется наносящий большой урон алебарда. Добавляет эффект токсичности спецприема. Давайте алебардочку возьмем. Золотая алебарда ее надолго хватит.
Это плохо. Ёбушки, воробушки. Пиздец, они разошлись. Девчонки, что делают? Да подождите. Я сделать ничего не успеваю, блядь. Да нахуй. Фух. Так, добавляет эффект токсичности заряженной атаки. Добавляет эффект электризации к атаке оружием. Урон при максимальном здоровье. Давайте еще оружие качать дальше. Еще больше оружия в домах. Уровень угрозы нарастающий. Ничего себе. Ёбушки-воробушки. Это пиздец. Какую-то ачивку выполнил. Ой, что я сделал? На нахуй, на нахуй. Кого нахуй? Кому нахуй? Чего нахуй? Все. Какую-то ачивку выполнил, вообще хуй пойми. Так. Выполните комбо обалденно. Сломайте копье. Постучайте садовым, разбейте бутылку с вином, убейте врага, бросив его в дыру. Нет. Так, добавляет эффект реализации спецприема, удар по врагу, ну это такое себе. Так, от получаемого урона, минус 10 от получаемого, давайте. Это звездочка, сюрикенчик, да, у нас, ну ладно, лучше, чем ничего. Это будет сложный этапчик. Бля. А можно я возьму трубу? Да, спасибо. Труба отваливается? Не играл там? Не, не знаю, что это такое. Ох ты! Нихуя себе, он меня скинул. Далеко как. 100 сад и был, блядь. Блять. Так, подожди. Женщина. Подожди. Опа. Вот это она по красоте. Я одобряю такое поведение. Вот так вот с каждым будет, блядь. Поняли, нет? Нахуй. Ты охеревший, что ли, женщина, это ж босс. Чё сейчас произошло? Ладно, реквестит, короче, окей. У нас все плохо. Надо есть яблоки. Ну нахуй. Чё дальше? Горящая атака, поражение наносит больше урона.
20 на 7 урона максимально. Да вот это, конечно, бля. А так я не знаю, что это такое, да. Ну, я могу посмотреть, в принципе, быстренько, что это такое. Уиск. Какой-то битэмап, видимо, да? А, не. Там вообще все подряд намешано, я так понимаю, да? Это такой мясной очень. Надо эти видео смотреть. Так, сейчас я быстро поверну, что это такое. А, ну это немножко другого уровня игра, это вид сверху. Clean this mess. Это Bullet Hell. Я Bullet Hell не очень люблю, я в них не умею играть, у меня нихуя не получается. Я максимум два этапа прохожу вот таких игр, и потом все, пиздец. И потом все. Меня хватает прям сильно ненамного. Реакция уже не та. Ну это будет хел, это не стрелялка. Это когда до хера патронов ты должен дожить хуй триллиард прожектайлов. Это очень тяжело. Ёп. Товарищ. Товарищ. Товарищ, я говорю. Сосатуба. 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 Сосат. Вот сука. На-на. 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 У меня еще есть чего, думаю, несешь? Так, подожди, это что сейчас было нахуй? Секундочку. Блин, да что ж ты, сука, делаешь-то, а? Подожди, надо что-то с этим делать. Это нехорошо. Надо брать вот это говно. И вот как-то так. Хорош. Ой, нормально. Нормально разнесли. Получаем им очка. Наносимый урон, если уровень здоровья спускается ниже 50, бля. Ну давайте к очкам, я не знаю, зачем здесь очки нужны нам, но... Может за них что не дают, хз. Жизнь за них точно не дадут, но может что-то дают. Who knows. Два. Замечательно. Замечательно. Тут, наверное, реквест надо сейчас будет, блядь, бэкап, бэкап реквестить, короче, я чувствую. Прыжка от меня нет. Так, у нас там биты лежит. Есть. 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 Так, надо улететь тоже, блять, надо улететь, надо улететь, надо улететь. Гандоны не остановятся.
Хорош. Хорош. Все, 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 сейчас пройдем. По пройденной считайте уже практически. Все. Бля, ну уже сложно было, сложно. Когда оружия мало лежит, тяжело. Эффект огня без приема. Вперед, вперед. X. В игре появляется носящий урон бумеранг. Добавляет эффект токсичности супер приема. Ну, бумеранг давайте посмотрим даже, как он работает. Блять, его ловить надо. Ёб твою мать. А, ну нормально, тут не улетает совсем. Понял. Ну, хоть совсем не улетает, уже неплохо. Так. Куда мой делся бумеранг, блядь? А вон он. Чел. И нахуй, а? Сделал одолжение. Ёпта. Блин, не смог трубу поднять. Не, ну его осевает только трубой. Блять. Очень много народу. Боже мой, что делается, а? Надо прожимать ульту, блядь, их слишком много. Меня ж самого немножечко забрало. Пиздец. Ой, еще раз ультом, сейчас убьют. Еще раз ультом. Ёбушки, воробушки, это было тяжело. Так, бумеранг больше не берем. Бумеранг — это плохая была идея. Получаем очки. При выполнении вами звездного удара выпускается несколько ракет. Еще несколько ракет. Ну, блять, у нас осталось их совсем немножко. Но все равно возьмем, ладно. Ракеты все-таки пришли. Может нам. Я вот не помню, нас отхиливают или нет. Нет. Вот сучка. О, зараза. Ну ладно, это был, я считаю, достойный ран.
Бля, ее на обратке могло бы и забрать. Пиздец, но мы это никак не проходим, но ладно. Ебать, я ее убил. Ёбушки-воробушки. Все. Бля, ну я сотку очков набрал, ёпте. Сотку очков, блядь. Я не знаю, по-моему, это охуительно. Подождите, а ну какие-то приемы должны были улучшить? Я не понял, а какие приемы мы улучшили? Нам говорили, что нам дадут улучшить какие-то приемы. Оружейный набор 2. Открытый выживание набор иллюстраций. Открытый оружейный набор 1. Выживание набор иллюстраций. Открыт альтернативный прием, блиц прием, flying sick. Альтернативный прием, оборонительный спецприем, grenade. А как мы их переключать должны? Непонятно, непонятно. Ну, то есть близок вперед-вперед, а спецприем это, видимо, это самое. Или близок вперед спецудар. Ну, наверное, вперед-вперед удар. Даже интересно. А, вот. Забавно. Потом есть police tackle, air grenade, tactical support. Угу. Прикольно. Ясненько где. Ну давайте посмотрим наши спецприемы. Новую. Даже любопытно. Ну, не могу сказать, что прям в восторге. Ну, надо будет за нашу любимую поиграть тогда. Девочку посмотреть, что у нее нового. Ну и, конечно, за Шиву сначала сейчас поиграем. Макса я не очень хочу смотреть, не мое. Макс как-то не мое. Ну, девочка, конечно, медленная вот эта вот. Шива должен быть побыстрее теоретически. Ну ладно.
Окей. Сейчас пойдем смотреть Шиву. Перечик небольшой. Так, я тут вам. Так, ну давайте смотреть. Ну что, Шиву посмотрим. Что там из себя Шива представляет? Ну, Шиву побыстрей. Он очень быстро. Нихуясь. Наносим урон, так, добавляет эффект
Электролизация заряженной атаки. Последующий удар по врагу наносит нанесенный ему врага вокруг. И снимает другие стены. А, у него что-то даш есть. Не, ну он быстр. Он очень быстр. Существенно быстрее, чем та девочка. Так, добавляет эффект огня заряженной атаки комбо. Давайте. Заряжена атака. Что я сделал? Я подобрал. Скажи, а ты... Бля, он вообще не дерется оружием. Он типа не приемлет оружие. Ясно, понятно. Прям в меня летит, блядь. Ёбушки-воробушки. Он вообще не дерется оружием. Даже звездочки. Вы получаете случайное улучшение. Что за случайное улучшение я получил? Интересно. Подписали бы. А где-то можно почитать, что за случайное улучшение? Блин, да что ж за хуйня? Ну он такой чисто битэмаповский, да, парень. Ну давайте в режиме битэмапа поиграем чисто. Давайте посмотрим, как далеко зайдем. Я опять кто подходит, сегодня народ смотрю есть. Кто в чатик не пишет? Видите чатик? Чел. Чел. Ва.
Ёпта. Бля. Жесть, что делать? А, ну нормально, не сложно было. Надо посмотреть, конечно, для бабы, что там за новое эти самые. При выполнении вами звездного приема выпускается несколько ракет. Вы получаете случайное улучшение. В начале каждого уровня у вас появляется шанс. Ну, союз, конечно. Блин, ну хз, что-то мне этот чел не очень нравится. Он достаточно такой прям... И особого разнообразия у него нет. То есть у той мы играли за счет того, что она оружие может подбирать и качать его. Может быть, оружие ее фишка, поэтому так много оружия было. У этого чувака оружие вообще не его как бы вещь. Ох, нихера, он что он умеет делать? Чел. Вот это, кстати, круто, конечно. Блин, ну ты лох. Да, но только после этого самого он ничего сделать не может, к сожалению. Но в прыжке хороший удар. Вот сука, а. Ну, он такой прям... Сложно дать оценку. Давайте по приколу возьмем вот эту тему с двукратным уроном. Я особо не могу сказать, что мне нравится. Поэтому это чел. Поэтому так поиграем быстренько, максимально это самое... Вау, действительно двойной урон. Ой-ой-ой, ну мы тут быстро отлетим. Двукратный урон, это жесть. Ну, двойной урон это да, двойной урон это пиздец, завалит эффект огня близ приема. Один дополнительный прыжок. Серьезно? Бля, лол, окей. Блин, ну у каждого, короче, персонажа своя прокачка какая-то, в общем, фишки твои, хит-нюансы. Ой-ой-ой-ой. А, ну все, собственно, мы наступили в лужу и сразу отлетели. Чё-то мне кажется, там нихуя не двукратный урон был. Чё-то мне кажется, разрабы немножко подпиздели так, чуть-чуть. Вот, чуть-чуть напиздели, чё-то мне кажется, разработчики. Ладно, давайте поразлачиваем новые приемы для нашей любимой Blaze. Интересно, что у нее. Да, это причем живые люди. Живые люди, а че вы не пишете ничего? Странно. Люди приходят, ничего не пишут. Удивительно. Это, мягко говоря, странно. А, я еще, кстати, забыл написать сразу, что это самое. Xbox. Yes. На всякий случай, мало. Потом, чтобы на ютубчик залить. Потому что мы зальем, конечно, на ютубчик, потому что все-таки это DLC, это контент. Я не могу сказать, что прям сильно
козырно много добавили, конечно. Новые персонажи очень на любителя. То есть как-то, ну такое себе. У нее за прокачки интересно. Наносим урон. Получается дополнительный. Ну, урон, конечно. Зачем нам еще не прыжок? Я вообще не себе по битмапе прыжок нахера. Добавляет эффект токсичности спецприема. Вот получаем урон, если уровень здоровья опускается ниже. Ну давайте токсичность, ладно. Будем их спецприемом. Давайте бумеранг с собой возьмем. Бумеранг. Ну у нас та прикольно прокачалась. На оружие было очень много, конечно, баф. Короче, главное стоять в центре. И все. Отполучаем урона. Добавляет эффект близ приема. О, падая на землю, враги со зоны не снижают ин эффекта. Давайте. Ух ты. Мы можем спецприем делать с оружием в руках. Серьезно? Ничего себе, ничего себе. Я не знал. Странно. Нам вроде обещали, что блиц у нас будет. А, да, здесь поджигает. Не, нормально, нормально. Вот ты сучка. Вот зараза. Бля, вот это неудачно. Я как бы немножко рискованно специально играл, видя, что у нас тут еще, если чё. Нормально. Так, наносимый урон еще больше. Спецприем расход меньше здоровья. Но мы, наверное, не будем. Что-то сегодня долбоебы какие-то снуют. Какие-то странные имбецилы туда-сюда ходят. Я чё-то не понимаю, что происходит. Всё. Ладно. Я понял, что лазер. Я, блядь, понимаю, что лазер. Вы чё, я тупой, что ли, блядь? Блядь. Ну, только знать бы, где он появится, лазер. И ещё дорожка. Так, короче, на дорожку лучше вообще нахуй не наступать.
Так. Да твою же ж мать, да. О, лазер. О, придется тоже нажать. Значит, я дамаг получил. Нахуй. Так, звездочки добавляют эффект огня к спецприему. Носим урон принцессора. Давайте еще. Давайте, короче, играть через спецприем какое-то время, короче. Бля, у нас только на оружие ничего нет. Слушайте, походу у этой девки, у бабы реально все фишки в оружку. И бафы в оружку. А у нашей девчонки, походу, спецприемы. То есть Эстель, короче, блядь, короче, ОП. Вот этот эффект огня к атаке оружием. Тогда берем скидурочник. Раз такое дело. Наконец-то оружие прокачали урон. Но все-таки общая прокачка. Думай. Боже мой, что делается? Ой, что творится? Понимаю, там что-то лежит? Сука. Тут что-то лежит. А, во, зонтик. И чё? Найс. В игре появляется большой урон алебарда. Добавление токсичности к близ приему. Токсичность к близ приему. Однозначно. Ёбушки воробушки. Блять, что я делал? Наверное, не стоит раскачивать эту хуйню, да? Тихо. Не, все-таки она самый пиздячий персонаж в этой игре. Ваши стихийные бонусы меняются при звездном приеме, но при этом он наносит меньше урона. У нас токсичности и огня уже до ебеней. Так, а здесь электрический мощный удар добавляет атаки и последние атаки базового комбо. Так, вот это берем. Вот это однозначно.
Блять, мешочек с деньгами не взял. Хотя не понятно, зачем я. Помните, нужно, наверное, зачем нужно. Упс. Сучка. А, так это я сам в поле себя держусь. Домой. Максимальный урон при максимальном здоровье. Прочность оружия. Обеспечить 3 звезды. Блин, 3 звезды, наверное, надо брать. Хотя при максимальном здоровье. Ну, у нас очень мало бывает максимального здоровья. 3 звезды. Да, лучше 3 звезды возьмем. Три звезды, это хорошо. Ульты нужны, тем более у нас они теперь ментальный урон наносят. Ёбушки, воробушки. Попал. Попал. Чёрт. Сучка. Блин. Блин. Паразит, блядь. Сука. И толку, блядь. Мы в говно. Горячая атака, надо сдавать. Ну, это горячих атак много. Еще нереально кретинов много, она зубов. Найс, найс, на халяву. Ой, зачем я это сделал? Я же уже отхилился. Домой. Да, игра, конечно, шедевр, настоящий шедевр. Мощный. Так,
Ой, нет, это нам нахер. Блин, ну я рад, что я все-таки не только оружие могу более-менее проходить далеко. То есть без обуза оружия мы достаточно далеко зашли. То есть магием. Блять. Так, нету. Блять, нету этих самых, надо быть предельно осторожным. Пусть появился. Ой-ой-ой, сейчас меня самого гандошит. Все нормально. Бля, ну так нельзя. Все. Бля. Блять, проблема. Все. Так, наносим урон, если у меня даже опускается ниже. Мощная атака расход. Атака распространяет вокруг больше урона. Давайте. Ну я считаю, что не только мощная, наверное, но и вот такая тоже, да? В конце комбо. Будем надеяться. Ну хотя хуй знает, может быть, мощно. Надо заряжать вообще, конечно, атаки. Ну, это долго, конечно. Блин, не попалось по мне. Так, вот здесь надо три раза ебить, конечно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-о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 й. Да, у меня есть никаких шансов на победу практически. Никаких шансов, она меня угандошит. Это невозможно выиграть. Это пиздец, блять, это пиздец. Она попадает, даже не попадая по мне. Да пиздец, ну девочка, остановись. Мало бафов на оружие нашел. Нихуя себе, я выиграл. Воу! Damn son, я еще что-то умею. Так, наносим урон. Игре появляется наш нож. Игре появляется наносим ваш урон бумеранг. Урон, конечно. Блять, ну было уже сложно. Но я оружие значительно... Ой, кстати, очко, по-моему, значительно меньше набрал, чем было, да? Да, у меня было до хера. О, хорош. Вот сучка.
Да, спасибо какая-то барышня. Ой, блядь. Хотел уже было позлорадствовать. Ой. Вот истинная проблема. То, что, блядь, они могут тоже раскачивать это говно. Это вот истинная проблема. Ёп, ёп. А, тут еще под напряжением все, нихуя себе. Так, вы наносите больше урона и получаете больше урона. Горящая зона, спецприемность, больше урона. Еще оружие оставим. Да еб твою мать. Проблема. Да еб твою налево-то, а, чел. Жанна, но оно как-то мало поджигает их. Нельзя было получать урон. Нельзя было получать урон. Все, мне пиздец сейчас. Это шанс. Блять. Надо очень аккуратно, короче, играть. Не разобрались. Бля, я сам чуть не забыл. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мы не можем получать урон. Я чуть-чуть выжил. Ебать мой хуй, я выжил. Охренеть. Фу, туалет, электризация оружия. Так. Мощная атака, расстояние вокруг больше урона. Не нахер, короче. У нас оружия нет, ну было. Фу. Всем привет, киска подходит из наших. Ничего-то со зрителя особо какие-то странные. Есть. Дожили. Дожили два этого самого.
Блять. Блин, а его нельзя хватать, да? Нет, можно. Сусад. Сучка, вот как же тебя снимать-то, а? Твою вот это кия сраная. Я ж нажал на этот удар. Бля, все, я умер. Да, я умер. Надо было съесть яблоко. Я не знаю, у меня вот какая-то фишка такая интересная, что я всегда, всегда, вот без исключений, как только спецатаку применяю, сразу опизделяюсь и не могу отхилиться. Никогда не бывает, чтобы я получил вот, нажал суператаку, блять, и при этом... Близ прием... Какен... Уракен. То есть вперед-вперед и оборонительный. Ну давайте посмотрим, что мы там разлочили за вперед-вперед и оборонительный новый. Ебать, неплохо. Не, оборонительный просто так нажимать не будем. Так, добавляет эффект при атаке и последней атаке по зову комбо. Ну неплохо, нормально дошли так, но конечно могло бы быть получше. Могло бы быть получше, если бы я там под конец не затупил адски. Ну, с другой стороны, сам виноват. Защитный удар надо проверить. Ну, сейчас, когда будет необходимость. Ну, сейчас можно проверить, план. Нет, это не там. Ну ладно, мы можем и так проверить. А, это мы типа вперед-назад бьем. Ну, тот мне нравился больше. Мне это не нравится. Ну вы не можете остановить вот это для меня вообще. Я все равно пиздюляюсь по жизни не могу. Восстановить все равно это хп, поэтому мне в принципе подходит. Не, ну силовой удар. Так себе, честно скажем, так себе. Мне не нравится не вот этот удар. Не тот. Надо перезапустить. Хотя вообще, в принципе, можно пройти. Хоть сколько-то очков получим. Давайте перерывчик сделаем, так с вами. Тут все нереально на лазурные кретины снуют. Непонятно что. Все за тупые уебки. Какие-то левые тупые уебки. Непонятно. А как же сегодня спина болит. О, бля. Тут сегодня прям странно как-то работает.
Да, чё, перерывчик. Фух. Кого там можно посмотреть сегодня? Пока никого. Тогда еще пока постримем. Смотреть сегодня пока некого. Тяжело, конечно, когда спина болит. Ох, ну ничего. Зато подгончик на халяву. DLC-шку поставили. Блиц приему. Ну, может, этот блиц прием будет чаще попадать. Угу. Ничего не понял. Я понял. По шару бил, не?
Подождем, пока становится. Блять, вот тут я зря. Тут я зря. Все было так хорошо. А, я не получил урон. Ладно, окей. Это было странно, но ладно. Явно будет сейчас босс. Чего? Чел, а тебе не доело? Ладно, прыгай ты сюда, все. Чувак. Пиздец. Он разошелся, а? Ебать его ключ. Чел. Да. Это слишком сложно. Это слишком сложно. Он слишком сложный. Он слишком сложный. Они сделали его слишком сложным. Он слишком сложный. Нет. Это не нормально. Это не нормальная сложность. Это не нормально. Нет, так сложно не должно быть. Он слишком сложный. Он слишком сложный. Он слишком сложный. Он слишком сложный. Слишком сложный. Баланса нет в игре. Он слишком сложный. Он слишком-слишком сложный. Ладно, давайте хотя бы 10 тысяч заберем отсюда. Но он слишком сложный. Вот очень плохо, когда тупорылые разработчики говна ебаные. Вообще о балансе не думают. Но они же реально неужели не понимали, что этот чел слишком сложный? Не понимаю. Ну, короче, Эстель гораздо было проще, потому что там через оружку все проходит. То есть Эстель, короче, фанат оружия, yes. Подождите, ребят, а вы уверены, что это баланс по-вашему? Вот. То есть то, что сейчас происходит, вы уверены, что это сбалансированная игра? Я вот что-то не уверен. По-моему, это не сбалансированная игра немножко.
У меня пиздец как бы. Ну все, да. Но это было невозможно пройти. Это слишком сложно. Тут некоторые раны будут, видимо, очень сложными. Некоторые раны здесь будут слишком сложными. Так, а кто у нас еще есть? Вот этот товарищ. Ну, он вряд ли интересный. Ну, давайте посмотрим его по фанчику. Ну, вряд ли будет интересно. Нереально, что-то народ снует туда-сюда. Я не понимаю, кто эти идиоты. Реально. То есть, ну, нормально люди бы написали, поздоровались бы, что-нибудь. Туда-сюда снуют генераторы. Я не понимаю, что за имбецилы-то. То есть, типа... Не написать что-нибудь, не поздороваться там, а что-нибудь. Очень странные какие-то сегодня дебилоиды. Ясно, охуенный удар, очень хорош. Причем на той линии стоим с ним, я его могу, не могу бить, он меня может бить. А, то есть у меня ради, вот у этого пацана радиуса удара не хватает, у этого пацана радиуса удара хватает. Не, ну я бы ебал вам разбил и обоссал. То есть, как бы, логика. Просто разбить ебало и обоссать, я считаю, людям, которые сделали. Просто разбить ебало и обоссать. То есть, у персонажа, который в полтора раза ниже, блядь, дальше радиус удара. Заебись, чё. Это логично, логика, действительно, логика. То есть персонаж, который бьет чисто вот так вот. Чисто вот перед собой. То есть насколько тупорылым имбецилом разработчику надо быть, чтобы так сделать, я даже не представляю. Хороший радиус удара, кстати. Вообще она достаточно сильная такая. Нам бы ульту бы ей другую бы. Ульта мне ее не нравится. Ну и вот это в принципе тоже не особо. Скорости ходьбы добавляет эффект атаки оружием. Мы так далеко заходили за счет атаки оружием, конечно. Мы прокачивали очень сильно оружие. Блять, не разбил шарик. Но тут самый главный вопрос, вот этот вот. Да, может, она в воздухе перебивает прыгуч. Блин, она реально прикольная. Я думал, что просто мне повезло, что я так прошел хорошо, или за счет того, что дрался оружием. Но нет, это она действительно сильна. Она действительно сильна. Вот эффект огня не самая хорошая вещь. О, Ленгит, здорово. Здрасте. У меня все, лолингиф, народ закончился. Я удалил геншин. И люди ушли. Ну это нахуй, гандон ебаный. Не разбираешь ты в качественных играх. Стримишь всякую хуйню. Вот и смотри сам себя, блять. Мы тебя смотреть больше не будем. И все. Теперь ты доварк. Может еще кто-нибудь.
А так половина зрителей, я думаю, приходить уже теперь не будет. Судя по тому, что я неделю стримил, народа особо не было. Вчера запустил Геншин, народ был. Не думаю, что это совпадение. Да, удалил его нахуй. Он мне надоел. Блин, она реально прям очень сильная. Она прям очень сильная. Может, сами эти всякие сыны делали, что ли? Бля, это интересная идея, надо подумать. Блин, она очень сильный персонаж. Эстель очень сильный персонаж. Достаточно сильный, удобный. Она чуть медленнее, чем Блейз, но честно сильней. Просто ломает ёбло. Ну да, единственное ее минус, она очень медленная. Но это битамап, поэтому похуй. Ебать колотить, ты серьезно, чел? Жив уже, это тип своего рода рогалик такой. Режим выживания это DLC-шный. То есть это тип как рогалик. Вот. Блядь. Уменьшаю спецприем, расходит меньше здоровья. Давайте. Мы им, правда, особо не пользуемся, но... Вообще надо бы, конечно. Но здесь для того, чтобы это придрочиться надо очень. Это игра такая... Практически бесконечно можно комбу делать. Как я грамотно их зазонил вниз и отошел быстренько. Никитос. Бля, тут причем они бьются сами по себе. Ну подойди сюда, подойди, родной, давай. Бам. Вот сучка. Блин, там наверняка как-то можно ее типа в воздух кидать и потом вот эту еще делать воздушную контру. И типа еще больше дамага. Тут комбо-вомбо можно крутить, я больше чем уверен, охеренную. Получать один дополнительный прыжок. Все вокруг больше урона. Арена в DMC. Я не играл в арену в DMC, но наверное. Не, ну DLC-шка стоит, насколько я знаю, очень мало денег. Поэтому абсолютно нормально. Я ж нажал игры.
Во? Понял, в упор бить нельзя. Блядских, ничего себе. Гондон. На мимо. Кушал? Сука, как ты заебал, а? На. Вот уебок, блять, а. Да как ты заебал, чел? О, нормально. Я уже собрался звезду есть, но не. Чел, ты реально задолбал, ты в курсе? Вот это... Мудила, блядь, ебаный. Ну, вот так можно делать, например. Нет, так не получится. Жалко, что для Blaze херовые сделали новые приемчики. Я думал, что Blaze, ну, будет покруче теперь, но нет. Это хреново. Вообще оружие брать, конечно, не стоит. Надо брать все время на грейд, но я играю for fun, поэтому не похуй. Босс. Ой. Музыка здесь прям прикольная. По-моему, она не из обычной игры. Не знаю, мне кажется, конечно, если бы они добавили сюжетные миссии, было бы больше довольных людей, потому что, ну, survival режим. Ну, соответственно, битэмап. Какая разница, по этапам ты ходишь или на арене, там удохнешь всех. Не очень хорошие гриды нам достались в этот раз, к сожалению. Но с DSTL реально попроще. Я вот прям играю, вообще не напрягаясь. Как бы. Вот один момент только напряжный был. И стиль, надо сказать, действительно достаточно хорошо. Я это сделал. Ох, нихуя себе. Тут, если хочется далеко заходить, надо, конечно, оружку брать. Без оружки тут тяжеловато. Сучка. Могла бы подойти. Нихера ты обалдела. Оу-е. Блин, ну хз. На самом деле. Какой удар лучше? Так, товарищ, я, конечно, все понимаю. Ладно, нормально, можно съесть уже одну. Я типа экономил, но когда их настолько дохуя, тяжеловато сделать. Че, как у тебя лайнгиф, вообще дела? Че почем? Скоро реально втроем останемся с вами. Случайный союзник. А, ну вот почему у нас было попроще немножечко. Давайте получаемого союзника возьмем. С ним попроще. У нас первый заход был самый удачный, как всегда в таких играх. Потому что играешь аккуратней. И плюс дают максимально лайтовый набор.
Ну, самое главное, что он триггерится на союзника. Это вот самая важная функция союзника. Ох ты, ёп. Чел. Пиздец. Не, подождите, это что-то как-то перебор по мне. Бля, если бы этот козел не влез сейчас, это было бы гораздо лучше. Ой, хорошо. Прочитал ситуацию. Твою же мать, а. Если тут не еда, у нас проблемы. Тут не еда. Бля, успеем, нет? Успели. Если бы не успели, все, беги. Titanfall классная, да, очень динамичная. Визуальная, ну нормально. Хард поставь, будет нормально. Типа. Бля, ребят, вы не стреляли в упор бы, вот, было бы так хорошо, вот. И если бы в упор не стреляли бы. Все-таки не по-крестьянски это как-то. Нихуя себе. Бля, это было сложно на самом деле. Не, ну эта игра не про челлендж, это все-таки, да? Сюжетка такая. Инбонус меняется при звездном приеме, но при этом наносит меньше урона. У нас стихийных бонусов не так, чтобы сильно много. Прочность, ясно, ну хорошо. О, ну нормально. Опа. Че, меня уже угандошили это сам? Ничего себе. Нет, не знаю, сейчас. Не нормально. Второй раз на новых хпшечке. Ебать, молоко. Блять, жалко. Но я уже какой-то супер крутой комбо выдал сегодня. Не знаю, каким образом. Блин, не хватило. У нее далеко бьет лапа, но не настолько далеко, чтобы. Ёбаный парад. Вот этих надо, блять, сразу. Твою мать, с лебардой. Ладно, тут еда по-любому, да. Тикаем. Пушки, воробушки, блять. Ух.
Ёбаный карась, это было сложно. Резик не дропнул. Я вот под конец у меня заебал совсем уже окончательно, я его дропнул нахуй. Надо нервы беречь. Так, добавляет эффект огня к спецприему. Так. Добавляет удар токсичности, базовая атака, комбо. Магия теряет здоровье, замедляет солдатами, самолетами. Давайте токсичность. Так, я вот думаю, нам сначала, наверное, все-таки лучше разделаться с этими товарищами. Блять. Ебать мой хуй. Товарищ. Товарищи! Нахуй с пляжа все. Так, ну это было нормально. Прочность оружия. Так, спецприем, электролизация. Бля, давайте ульты возьмем. Нам скоро уже нужно будет много ультить. Не, восьмой будет все равно. Посмотреть надо, чем восьмой лучше или хуже предыдущего. Так что не, никак нет, не влияет. Восьмой все равно будет. Просто теперь не так стремиться к этому буду. То есть покупать его за full прайс, например, там я не особо, даже вдвоем не особо буду. Новогодних скидок подождем. Новогодние скидки будут. Блять, как он это сделал? Не, на оружке проходить проще всего, конечно. Чел, а ты, по-моему, уже был, не? Бля, мы босса угандошили оружкой вообще на вещах, ёпта, домой просто. Домой, я сказал. Иди домой. Ах, сучка драная. Блин, нажал уже Y, но нет. Не засчитали. Ох. Да все, умирает, это последний полюбас. Нет? Блять, ну давай. Кто тут нахуй еще хочет комиссарского тела? Блять, жалко. Ну я очень большие комбы сейчас сделал, хорош. Фух. Восьмой топ. Ну видишь как. Так, добавляет эффект токсичности спецприема. Электризация спецприема. Токсичность, конечно. Дайте другую дальше возьмем. Столько оружия, блин, пиздец. Блять, что вообще творится на карте, пиздец. Блин, ну не хватает ренжей.
Леща. Сука, ведь ударил же я его уже. Не засчитали. Прям свою подругу кинула, молодец. Странно, кстати, что им не делали дефенс от их же собственных. Токсинов. Вы наносите больше урона и получаете больше урона. Бля. Не, ну больше урона наносить — это хуёвая идея. Ну, бумеранг нам тоже не нужен. Блин, я вот даже не знаю. Я... Ну, больше урона совсем бред. Ну ладно, бумеранг возьмем. О, Злебобыч, здорово. Вот Злебобыч еще похер на Геншин. Злебобыч еще к нам будет приходить. Наш чай. А куда делся бумеранг? Я не больше, как я так прошел. Нихуя, как я это сделал, блять, я даже не представляю, как я сейчас это сделал. Ебать, я хорош. Ой, как хорошо, что я сейчас не смог до нее дотянуться, как обычно. Но всегда, вот у меня всегда фишка, я после специальной атаки никогда не могу отрегенить все хп. Потому что... Ну потому что не могу, блядь. То есть юзаешь спецатаку и все, и сосатели. А, вы можете по диагонали. Это проблема. Мне пизда. На мне пизда. Но это невозможно было пройти. Это невозможно пройти. Они слишком сильны, а я слишком медленный. Некоторые моменты здесь невозможно пройти. Новый прием. А, прием атакующий, спецприем. Такер панч. Ну, такое себе, да. Ну, новые персонажи, честно скажу. Вот Эстель неплохая. Это полное говно, вообще полное говно. Руки отрезать у ёбку, который это говно сделал. Уже неиграбельное чмо. Самый плохой персонаж в этой игре. Вообще самый, блять, ущербный персонаж. Руки оторвать просто нахуй ёбку, который его сделал. Ужасный персонаж. И вот этот, в принципе, ничего такой перс, но он, короче, не может вообще пользоваться оружием. То есть, как бы он сугубо милишный. И... Но он очень быстрый. То есть, он достаточно быстрый. Мы сейчас на него, наверное, еще разочек сходим. Только переливчик сделаем. Приветик всем, кто подходит. Блин, от Ниса бы остались на канале. Байтить некого, у нас еще 6 слотов. 6 сабов и был бы слотик еще, но, к сожалению, все наши уже сабнулись. Ну как, к сожалению, к счастью, конечно, все наши сабнулись, и даже Фольдес какой-нибудь там, Воткин, который вообще особо не приходит, но он уже сабы. Вот, ну не знаю, если 12 добьем, Лингиф, если продолжит подписку, 12 добьем,
Ну, то есть, как бы, или к моменту, когда еще надо будет продлевать. Даже не знаю, короче, 23 дня назад был САП. Значит, еще неделя где-то. Но за неделю, если сейчас вот еще люди сабнутся, ну, тяжело сказать. Может, к Новому году? Ну ладно, в принципе, не разлучим, ничего страшного, он нам не очень сильно нужен. Но было бы прикольно, если бы какой-нибудь там смайлик типа Поггерс сделать для сабов, а да ладно оставить для фолловеров. Одновременные сабы нужны, я поэтому тебя и считаю, что если ты не продолжишь саб, то будут уже минус баллы. То есть через 7 недель, ой, 7 дней, если ты или Варк, например, или еще кто там был, не продолжат сабы, то они начнут убывать. И вот надо за эту неделю успеть собрать еще. Ну хотя бы 3 сабки я потом подарю. То есть у нас еще 6, нужно 3 собрать, и 3 я бы подарил, в принципе, наверное, ботом. Вот. Но я не знаю, еще 3 человека найти, которые вообще, в принципе, меня смотрят. Это уже проблема. У меня все, кто меня смотрит, все уже. Ну ладно, еще я Геншин тем более удалил. То есть зрители Геншина перестанут приходить. Warframe постримим в пятницу. Может, на Warframe придет какая-нибудь старая гвардия, кто-нибудь, кто очень сильно любит Вурф. Кто еще как бы на Твиче сидит, но меня не смотрит, потому что я Вурф не стримлю. Может быть, на Вурф вернуться, не знаю, поностальгирую. Все, сейчас приду. Ничего не понял. За неделю надо еще 6 сабов, короче. Ну, либо надо, чтобы вы с Варгом продолжили сабаться. Ну, короче, неважно. Вы уже свое сделали, Блэнкиф. Вы свое уже все сделали. Все. Все, кто сабнулись, все уже молодцы. Ждите ретро-зиму, сможете заказывать игры. Если продолжите быть сабом, то в ноябре уже можно будет ретро-игры заказывать за 150 рублей. Если саб, то 150 рублей. Если не саб, то 250. То есть, если ты продолжишь сабаться, то ретро-зимой будут плоды, так сказать. Вот. Варк уже там продумывает, что будет заказывать на ретро-зиму. Вот. Так что готовьте игры, если планируете остаться сабом и донить на заказ игр, то потихонечку записывайте там игры, какие будете заказывать. Напомню, там Dendy, Sega, Super Nintendo, PlayStation, вот это все. Сейчас вернусь.
Так, я тут вам. Сейчас, ребят, пойдем. Xbox выключился нормально. Так, ну давайте попробуем за вот этого парня еще поиграть. Тем более у нас снова открылся прием. Так, мощный удар, последний удар, враги теряют здоровье, замедляются. Ну давайте. Ганста музыка. Ну вот, чё-чё. Броски у него не очень. Но парень мощный. А у нее еще дашь есть. Это, кстати, важный момент. А, он оружием пользоваться не может вообще, да. Случайно улучшение дает. Наносимый урон. Будем играть без оружия. Да, вот броска у него, к сожалению. Может назад хотя бы? Нет, даже назад броска нет. Ой, надо было даже делать. Фига себе, как легко. Так, еще приемы. Так, нанесенный урон и дополнительный урон, пока активен счетчик комбо. Но это херня, конечно, полная. Давайте ракеты. Но, блин, что-то у нас не получается особо как-то. Не получается. Прокачка какая-то не очень интересная пока что. Блин, толстого бы научиться как-нибудь. Может, если вот так? А, вот все, я понял. Все, надо не нажимать вперед. Ну, он очень силен. Да, ладно, окей, это тоже сильный персонаж. А-а-а, вот как бросать. А, ее сильнее моего, да? А, у него в прыжке же вот эта комба, да-да-да-да-да.
У него в прыжке вот эта комба прикольная. Он в прыжке хорош. Он вот эту хуйню несколько раз бьет. Атаку рабов восстанавливается здоровье пропорционально 8-7 урона, но больше не лечится с помощью предметов. Вот это интересно попробовать. Давайте попробуем. Любопытно такой вампиризм, как бы, насколько хорошо он будет хилять. Любопытно смотри. Сука. Блять, как удачно они все сделали, охерели. Ну да, мы больше не хилимся, к сожалению. Не, наверное, это была ошибка. Атаки оружием, мы не можем быть оружием. Вы не можете прыгать. Давайте. Ну что-то у нас хуйня как-то получилось. Всегда получаю урон, я потом опизделюсь. Молодец. Ну, не знаю, такой себе, конечно, такой себе перс. Добавляет эффект классической атаки оружием. Ваши схины. Ну, блять, я не знаю, тут, конечно, прокачка у меня, мягко говоря, мне не повезло. Но персонаж не для этого режима. Так сразу скажу, персонаж не подходит, он не сбалансирован для этого режима. То есть тупорылые разработчики, к сожалению, не смогли в баланс. Вот, то есть он не подходит для этого режима абсолютно. Чел, нет. Ну да. Что сад? Давайте. Попробую кнопку нажать, но что-то, мне кажется, не будет ни у кого. А, ну у сабов точно не будет. Может, там она лазутность будет. Молодец.
Молодец. Мне интересно, я нажимаю кнопку Y просто так, она типа больше не работает. То есть просто как бы нахуй я нажимаю. Типа, в чем главный вопрос? Красавчик. Не, персонаж не интересный, кондовый. Не интересный, скучный персонаж. А, ну вот мы, собственно, закончим сейчас. Во-первых, он вообще никак не взаимодействует с оружием. И дебилы-разработчики в силу своей совершенно конченной тупизны. Блять, как можно быть настолько тупорылыми, мне это интересно. То есть, я, конечно, все понимаю, да, но, блять, быть настолько нахуй тупорылыми, чтобы продолжать давать бафы на оружие, когда, блять, нет оружия, это как-то очень странно. Ну, это хотя бы было весело. Бездарно сделанный режим, конечно. Этот персонаж для него вообще не подходит. Вообще не подходит. Не подходит абсолютно этот персонаж для него. Ну, скажу так, это DLC... Я не знаю, сколько она стоит, но она должна стоить рублей 100. Но она, наверное, стоит 100 рублей, скорее всего. Стиме, давайте посмотрим, сколько это. Очень поганое DLC. Я не знаю, что они там год с лишним делали. DLC крайне поганое. Вот. Денег своих не стоит абсолютно. 195 рублей она стоит. Ну, не знаю. Два персонажа и очень спорный режим, который через 2 часа уже, в общем-то, полностью... То есть, даже на 2 часа не хватает, потому что, ну, ублюдочно, убого, не абсолютно не сбалансировано. Типа с поправкой на то, ну это же рандом. Ну окей, хорошо, рандом и рандом. А DLC, ну, честно говоря, говно. То есть DLC, конечно, поганое. Вот. Оценки у меня, правда, высокие. Но оценок всего 480. То есть эту DLC очень мало людей купили. А на фоне обычной игры. Ну, 11 тысяч купила обычную игру и 500 тысяч купила... Ну, в смысле, сделали оценку, 11 тысяч поставили оценку обычной игре. И 500 человек поставили оценку DLC. Ты говоришь, точно обо многом, мне кажется. DLC своих денег не стоит. Может, на распродаже потом. Вот. Оно просто ни о чем. Вот. Просто... Обзор в основном действительно положительный. Отличное дополнение. Количество контента наваливается избытком. Серьезно, да? А, ну вот еще, да, дополнительные режимы, приемы. Ну, может быть, вот дополнительные приемы еще как-то, может быть. Да, дополнительные приемы еще. Может быть, есть персонажи, для которых они получились хорошими.
сложно сказать. Ну, не знаю. Мне DLC совершенно не понравился. Шива говно. Он быстрый, но он убогий. Во всяком случае, для выживания вообще не подходит абсолютно, от слова совсем. Вот. Ну, короче, не знаю. Мне кажется, сделали они геймбой 4 главы, там 6 сюжетных глав. Было бы, наверное, получше. Потому что, ну, выживание, честно говоря, выживание, конечно, полное говно. Вот. Зачем мне эти пилюри нужны, я не понимаю. Вот. Ну, короче, ладно, окей. Срубили бабла на хорошей игре. Ой, чё бы не срубить бабла, действительно. Вот. Но имха лучше бы сделали сюжетные этапы, потому что сюжетных этапов хватило бы, наверное, настолько же, но получил бы гораздо больше, я, например, удовольствия, потому что, ну, реально этого режима вот хватило на 2 часа. Выживание на 2 часа. То есть, вот я честно скажу, больше в него играть вообще не... Он абсолютно не сбалансирован. И... Ну, как бы... Для задротов, понятно, проблемы не составит пройти все выживание, если там предел вообще есть. Вот. Для задротов не составит труда, потому что есть люди, которые вообще проходят всю игру, не получив урон. А, это, конечно, похвально, наверное. Против каждого моба знать остроту, паттерны. Ну да ладно. Вот. На этом мы сегодня заканчиваем. Вечером стрима не будет, у меня болит. Стрима не будет, да, болит спина. Вот, спасибо, что смотрели. В записи, кто смотрел, вот, тоже спасибо. Приходите на прямые трансляции. До новых встреч, до будущих побед, друзья. Пока-пока.